Попытка селфи с лисой может закончиться печально. В Ивановской области вновь участились случаи выхода диких животных к людям. Это видео было снято в Кинешемском районе. От укуса животного чуть не пострадала женщина. По ее словам, лесная гостья кинулась в тот момент, когда женщина выходила из машины. Зверь остановил визг потенциальной жертвы. Специалисты Ивановского государственного университета отмечают, такие встречи могут закончиться очень плохо, болезненными уколами от бешенства и длительным лечением. Лиса является в нашей местности основным разносчиком бешенства, да, и бешенство — это такое заболевание, которое, ну, в первую очередь в значительной степени может влиять на мозг, соответственно, на поведение. И если животное, тем более лиса с каким-то неадекватным поведением, не боится человека, выходит, ведет как себя неестественно, особенно если агрессивно, там тявкает и нападает, то, естественно, да, в любом случае с любой встречей с лисой лучше держать максимальную дистанцию. В Иванове пригороде лис тоже видели. Этот снимок сделан 2 сентября в районе ЖД вокзала, а эти фотографии в августе в районе Уводьстроя. Не исключено, что животные таким образом ищут пропитание. Хотя не стоит забывать, что в теплое время года обычно отмечается пик заболеваний среди диких животных. Пики, как правило, приходятся на летнее и позднелетнее время, особенно если жаркое время стоит долгое время. Вот то, что мы наблюдаем сейчас. Погодные условия этого года создают дополнительные риски, в том числе и по бешенству, не только по бешенству, по многим заболеваниям. Случаи выхода диких животных к людям, но на этот раз уже не лис, а енотовидных собак, отмечены в Лежневском районе. Хотя их природный ареал распространения Дальний Восток, в наших краях они тоже встречаются. К сожалению, и среди лис, и среди енотовидных собак встречаются случаи бешенства. Ну, являются они природными носителями, поэтому нужно опасаться. Правда, вот появилась другая тенденция, и лис, ну, про енотовидных собак я не слышал, чтобы дома содержались, но вот лис, опять же, некоторые пытаются держать дома, вот, но это, опять же, уже ненормальность. Специалисты рекомендуют: увидели вблизи дикого зверя – бегите. Хотя опасность могут представлять даже милые, на первый взгляд, ежики и домашние животные. Только на днях в Юрьевецком районе снят карантин, причиной которого послужила кошка, больная бешенством. Там еще в конце июня пришлось начать поголовную вакцинацию. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.